Здравствуйте, это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы этого дня. Стреляет хорошо, помнит плохо. Нетрезвый стрелок задержан в столице Дагестана. Теперь дистанционное удаление камней сможет избавить от недуга многих дагестанцев. Республика получила единственный в СКФО аппарат для дистанционной ударно-волновой терапии. Каспичанам бесплатно раздают питьевую воду. Инициировал акцию один из флагманов благотворительности республики фонд «Инсан». По документам в центре, а по факту, как на забытой окраине. Жители одного из махачкалинских домов уже много лет не могут войти в программу благоустройства двора. В пригородном поселке Кривая Балка найдено тело пропавшего 4 дня назад Виталия Гасанова, брата руководителя администрации главы правительства республики Алексея Гасанова. Сегодня утром полицейские обнаружили тело пропавшего на берегу реки с признаками насильственной смерти, ножевым ранением в области грудной клетки, сообщает пресс-служба МВД по республике. По данным силового ведомства, 57-летний Гасанов 4 декабря примерно в 16:37 вышел из дачного участка в поселке Кривая Балка и не вернулся домой. В Махачкале задержан подозреваемый в стрельбе из сайги. Накануне из окна неизвестный произвел выстрел в автомашину «Приора» из огнестрельного оружия. В результате произошедшего пострадала крыша автомобиля. Стрелком оказался 41-летний местный житель. Мужчина утверждает, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит обстоятельств случившегося. Я выпивал дома один пиво, и после чего я не помню, слишком много выпил. Спиртного. То есть вы не в курсе, что вы стреляли ночью? Я не помню это все. Пить спиртное употреблять мне нельзя, у меня бывает аллергия, после чего я не помню и плохо. Бывает у меня отеки бывают и надо пить супрастин мне. А вы помните, как вы в отделе полиции вообще оказались? Нет, не помню. Жители многоэтажек на Нахимова 13В в отчаянии. Их придомовую территорию никак не включат в план программы по благоустройству. А ведь счастье было так близко. По словам местных жителей, практически все соседние дворы отремонтированы, а вот их придомовую территорию уют обходит стороной. В ситуации разбиралась моя коллега Патимат Ханапова. Ни двор, ни дороги. Наши дети падают, ноги ломают, руки ломают. Бабуленьки тоже. Моя колено уже коллегой стала. Мужики инвалиды. По документам практически в центре, а по факту как на забытой окраине. Уже несколько десяток лет у местных жителей такие ощущения вызывают их полуразрушенные дворы. Своими силами не так давно они сделали детскую площадку. Недорогую, скромную, говорят жильцы, но так долго продолжаться не может. Мы как можем, вот так и, как говорится, стараемся содержать его. Раньше красили. Раньше мы и красили, и эти доски, эти лавки мы сами сделали, деньги собирали. Эти деревья мы сами сажали. Это все наша заслуга. Но сколько можно? Когда мне было 5 лет, в этом дворе не было ни одной машины. Была прекрасная детская площадка. Все мое детство прошло вот здесь. Я сейчас не могу выпустить своего ребенка во двор, потому что ему элементарно негде играть. Близко даже нет территории, куда я мог отправить своего ребенка и быть уверенным, что он комфортно, в безопасности находится и проводит свое время. Жильцы этих домов неоднократно обращались в соответствующие инстанции с просьбой включить их в программу. Но ответ один – нет финансирования. Рассмотреть их двор могут лишь к 2023 году, но ждать люди устали. Ровные тротуары, гладкая дорога во дворе дома – вся эта красота у соседей, говорят жители дома, но никак не у них. Все дворы отремонтированы, хотя эти дворы были намного лучшем состоянии, чем наш двор. Посмотрите на нашу придомовую территорию. За 20 лет с нас сколько угодно собирали денег, но ни разу никто не вышел, элементарно деревья не окопал. Ну какой смысл оплачивать? Я тоже себя, например, считаю уже за дурака. Получается, я оплачиваю в карман какому-то человеку, который за 20 лет ни разу ничего не сделал в нашем дворе. Оказать помощь жителям обещает и ОНФ в Дагестане. Они будут следить за развитием событий и постараются использовать все рычаги, чтобы двор включили в список по благоустройству. На самом деле дворы нуждаются в благоустройстве, это очевидно. Но дело в том, что программа благоустройства, она уже расписана на вплоть до 2022 года. И есть возможность у жителей
данных двух дворов попасть в программу благоустройства на 2023-2024 год, что, в принципе, вполне реально. Думаю, что нам удастся убедить городские власти для того, чтобы включить эти дворы в программу благоустройства, привести их, что называется, в порядок. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. 29 лет со дня образования. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Личный состав и ветеранов службы сегодня поздравил в Рио министра Дмитрий Гутыря. От имени всего личного состава МВД я хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но это одна из молодых служб в системе МВД Российской Федерации. В 91 году она была образована. Но очень важную функцию несете вы. Разные периоды проходили. Период становления, функционирования службы. Но всегда оставалось главным одно. Это задача уберечь население, уберечь молодое поколение от этой пагубной вещи, от наркомании. После официальной части за образцовое выполнение обязанностей Дмитрий Васильевич вручил полицейским почетные грамоты, пожелал здоровья и успехов в службе. Здоровья вам. Более 10 тысяч водителей по Дагестану получат уведомление о штрафах за превышение скорости. Такие данные озвучили в госавтоинспекции по результатам работы фото-видеофиксаторов. За последние два года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» таких аппаратов на дорогах регионального значения было установлено 50. Закреплены они в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Нелегальный сбыт рыбы на 500 000 рублей. Накануне сотрудниками Кочубейского отдела полиции в Тарумовском районе установлен факт незаконного сбыта рыбы частяковых пород в крупном размере. По полученной информации, 37-летний местный житель незаконно сбыл рыбу общим весом 32 тонны. Весь товар изъят и передан на хранение до принятия процессуального решения. Представители Минсельхозпрода Дагестана ознакомились с работой рисоперерабатывающего завода в Кизлярском районе. В Рио замминистра сельского хозяйства Эмин Шайхгасанов осмотрел завод и ознакомился с ходом реализации инвестпроектов по модернизации комплекса по очистке и сушке зерна и строительству хранилища для риса. Мощность предприятия составляет до 150 тонн в час. Проект стоимостью более 100 000 000 рублей является уникальным и не имеющим аналогов в республике. Предприятие выращивает, перерабатывает и поставляет рис в регионы России и за рубеж. Ввод объекта в эксплуатацию предусматривается в конце текущего года. Наличие мощностей позволит создать в период уборки урожая запасы сырья и увеличить объемы производства зерна. Дагестан получил единственный в СКФО аппарат для дистанционной ударно-волновой терапии. Дорогостоящий аппарат размещен в Республиканский урологический центр. Это методика бесконтактного разрушения камня с помощью механических ударных волн. Оборудование осмотрел в Рио министр здравоохранения Республики Джамалдин Гаджи Ибрагимов. Аппарат уже готов принимать пациентов. Теперь для того, чтобы избавить пациентов от камней, врачам не нужно выполнять открытые травмирующие операции и даже дробить камни через проколы. Лечение проводится дистанционно с помощью ударной волны. В 2020 году на 90% удалось обновить оснащение Республиканского урологического центра. По словам руководителя Минздрава, высокотехнологичная медицина в регионе развивается активными темпами, и это позволит значительно снизить количество пациентов, выезжающих на лечение за пределы республики. Конечно же, мы не хотим и не останавливаемся на том, чтобы приобрести достойное оборудование. Мы в том числе, еще раз повторюсь, у коллег есть богатый опыт, коллега работает над собой. Конечно, профессиональная подготовка, переподготовка, комплексы со всем, то, что я сказал сегодня, они дадут нам мощный импульс для дальнейшего развития.
Дагестан – лидер здорового образа жизни среди регионов России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости по итогам 2019 года. Помимо Дагестана в тройку вошли Чечня и Ингушетия. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество потребления алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Систематическими занятиями физкультурой и спортом охвачено более 1,5 миллиона жителей региона, что составляет почти 50% от общего числа населения Дагестана. Также стоит отметить, что занятия спортом занимают особое место в жизни граждан республики. Проводятся соревнования, где спортсмены занимают первые места и получают награды. Инсан раздал каспичанам питьевую воду. Такая акция была инициирована фондом после серьезных проблем с водоснабжением в Каспийске. Жители города не получают в домах питьевую воду надлежащего качества уже несколько недель. Как сообщил директор Инсан Расул Ахмедов, фонд будет продолжать снабжать каспичан бутилированной водой. Мы решили принять участие, поддержать горожан, организовать раздачу чистой питьевой воды. Эта акция не последняя. Такая акция до стабилизации обстановки с водой в городе Каспийска будет продолжаться. Каждый день благотворительный фонд «Инсан» будет проводить раздачу чистой питьевой воды по разным частям, округам города Каспийска. И к спортивным новостям. 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль выиграли дагестанские ушу-сандаисты на всероссийском турнире среди детей до 12 лет. Соревнования прошли во Владимире. Вернувшись домой, триумфаторы из спортклуба «Стелс» сразу же приступили к тренировкам, одну из которых посетили наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. На шее висят медали, а в душе их переполняет чувство гордости. Юных чемпионов ставят в пример своим одноклубникам. Победа на всероссийском турнире теперь вдохновит и всех остальных, уверена тренер Саида Мусалова. Чемпионка Европы уже 4 года занимается тренерской работой. Это впервые, да, для нас это впервые. Мы с радостью, в принципе, туда поехали. Почему? Потому что такие соревнования для таких маленьких детей – это редкость. Поэтому мы все свои силы в руки взяли, в кулак, так можно сказать, и просто рванули туда с целью выиграть, конечно же. Все прошло, в принципе, на хорошем уровне. Я ими довольна. На соревнования во Владимир съехались около 200 спортсменов из 16 регионов страны. Юные шу-сандаисты из клуба «Стелс» завоевали там 8 наград. Для Магомеда Султанова эта победа пока самое важное достижение в спорте. Ученик 7 класса лицея номер 22 был вне конкуренции в весовой категории до 39 килограммов. Он тренируется с ранних лет и мечтает о самых больших титулах. Провел я 3 боя, проходили. Пытался как можно эффективнее и техничнее провести бой. Я занимаюсь 4 года ушу-санда. Этот спорт мне нравится тем, что, во-первых, в нем есть техника, все виды. Руки, ноги, борьба. Ну, хотелось бы, конечно, стать чемпионом, король кунг-фу, ну или мир по санда выиграть. Ушу-санда, рукопашный бой и другие виды единоборств. Спортсмены без проблем адаптируются к любым правилам и стараются стабильно выступать на турнирах. Хороший соревновательный опыт позволяет им уверенно чувствовать себя в бою. Я много ездила по соревнованиям, и я забыл, что такое страх. То есть волнения тоже не было? Нет. Дрался как мог. Сколько у тебя дома медалей? 10 вроде, или 11. Бьемся как команда, живем как семья. Эти слова можно смело отнести к юным спортсменам этого клуба. В зале царит дружеская атмосфера, тренировки и соревнования активно посещают родители. Конечно, очень волнительно, но сын хочет, чтобы было рядом все-таки. И поэтому мы ездим, или я, или муж обязательно должны быть. Моему ребенку 9,5 лет, занимаемся мы здесь почти 5 лет. Вот. Как мы решили отдать, сначала ходили на гимнастику. Ну, муж, конечно, в основном. Мы искали какую-нибудь секцию, когда нам сказали, девушка, мы немножко сначала как-то это. Но мы не жалеем, что мы пришли сюда. Результаты вообще отличные. Почивать на лаврах победители всероссийского турнира не намерены. Впереди у ребят межклубные соревнования, которые пройдут в ближайшие выходные. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ММТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.